Как-то не по-летнему в Омске прошел сильный ливень с градом. Некоторые улицы оказались полностью залиты водой. В Октябрьском округе трамвай сошел с рельсов. В некоторых местах повреждены линии электропередач. Повалено несколько деревьев. Город встал в 10-бальных пробках. Омский аэропорт вынужден был приостановить прием и отправку нескольких бортов. И это только начало. Известно, что в Омске град выпал 16 миллиметров диаметром. Это вот в районе нашей метеостанции. У нас метеостанция в районе Семнесхоза находится. Ну вот давал шквал, шквалистое усиление ветра аэропорт. Ну вот то, что я слышал, это 19 метров, но, может быть, возможно, несколько больше было. Вот, по области ветер до 20 метров в секунду. Ранее МЧС России по Омской области уже выпустила предупреждение о неблагоприятных погодных условиях на пятницу и ночь субботы. Помимо этого, МЧС ждет и понижение температуры. Так, в субботу 10 июня в Омской области небольшой, местами умеренный дождь, ветер до 16 метров в секунду, температура опустится до 8 градусов тепла. В воскресенье еще прохладнее, до плюс 5. Добавлю, что в понедельник, который будет также выходным, потеплее, до плюс 19, осадки маловероятны.